Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі чергова передача «Ретроспектива». Мова сьогодні піде про подію, яка стала неординарною для Житомира та житомирян. Російський письменник і вчений, доктор культурології, професор Санкт-Петербургу, автор 10 книг, свій наступний документальний роман «Дім горить, зигар іде» на підставі архівів, що дивом збереглися, відтворив долю житомирянина Миколи Блінова. Його моральні пошуки, його зв'язки з такими відомими людьми, як Костянтин Роше, як Саша Чорний. Життя невідворотно вело студента-росіянина до найголовнішого вчинку. 24 квітня 1905 року він, намагаючись зупинити житомирський єврейський погром, загинув від рук погромників. Отож, сьогодні автор книги «Дім горить, зигар іде» в нашій студії, разом з ним житомиряни, завдяки багато в чому зусиллями яких було видано цю книгу, і він був удостоєно звання праведника України. Це Євгеній Романович Тимиряєв, голова Житомирської громадської організації «Руська співдружність», та Михайло Йосифович Гурвіць, голова релігійної громади прогресивного ідеїзму «Штерн» та Єврейського культурно-освітнього товариства. Значить, перший вопрос к вам. Александр Семенович, как появилась эта книга? Что вас заинтересовало, так сказать, какой был интерес? То ли к истории, то ли к этому поступку, который совершил Блинов более чем 100 лет назад? Виктор Яковлевич, ну, это невозможно что-либо разделять, потому что это, конечно, интерес к истории, интерес к поступку, восхищение этим поступком, благодарность за то, что этот поступок произошел. И вообще такая удивительная история, потому что вот до того, как я начал этим заниматься, о Николае Блинове, ну, вряд ли было написано больше 10 строчек. Да, так сказать, может быть 10, может быть 12, да, так сказать. Ну, то есть практически об этом человеке никто не знал. Даже в семье Николая Блинова, значит, вот до прошлого года была жива, слава богу, внучка Николая Ивановича Блинова, такой замечательный петербургский архитектор Зоя Борисовна Томашевская, значит, о которой я в 2008 году написал повесть. Это она вошла в мою книжку, которая называется «Время назад», и в наших разговорах, мы с ней вели такие бесконечные разговоры, еще к тому же она жила напротив моего дома, в доме ветеранов архитектуры, я живу в Пушкине, и мы, значит, с ней просто, так сказать, ежедневно, по сути дела, встречались, и вот, значит, в одном из разговоров она сказала, что у меня был удивительный дедушка. Что за дедушка? Вот мой дедушка был Николай Иванович Блинов. Кто такой Николай Иванович Блинов? Значит, вот был такой человек в Житомире, который погиб в 24 года, который, значит, попытался противостоять еврейскому житомирскому погрому. Значит, а что, что-то о нем известно? Говорит, да, вот, значит, моя мама в 70-е годы из Житомира привезла архив. А можно посмотреть этот архив, говорю я? Значит, она говорит, вот, она ей было уже в этот момент 87 лет, то есть она была глубоко пожилой человек, но вот она отправилась в экспедицию на свою основную квартиру в Петербург, значит, на канал Грибоедова 9, значит, начала рыться, значит, архива нет. Архива нет, то есть, так сказать, ну, она думала, что он лежит там в одном месте, в другом, в третьем, нет. То есть много лет прошло, значит, ну, потом она все-таки, так сказать, догадалась, что, наверное, на антресолях поставила стол, потом на стол стул, и, в общем, так сказать, рискуя жизнью, значит, она забралась на антресоли, значит, ну, я бы ей, естественно, помог, но меня просто не было рядом, и достала этот архив. Значит, это тысячи писем Николая Ивановича Блинова, тысячи, подчеркиваю, писем Николая Ивановича Блинова, писем его родителей, его рисунков он неплохо рисовал. То есть, так сказать, это как бы вот огромный, гигантский архив этого человека. То есть, так сказать, если бы не этот архив, то об этом человеке было бы узнать просто невозможно. Плюс, значит, еврейские газеты. К этому времени, значит, уже появилось довольно много еврейских газет на русском языке, и не только на русском языке, значит, которые необычайно широко освещали это событие. Более того, в 1905 году во всех еврейских синагогах после вот того, что произошло, значит, в молитвах в первую очередь называли имя Николая Блинова, а потом имена всех остальных жертв. Это продолжалось довольно долгое время. Были изданы открытки память с изображением Блинова и остальных жертв погрома. То есть, действительно, это было необычайно важное событие. К сожалению, это единственный случай в истории еврейских погромов в Украине и в России. То есть, так сказать, такого же примера, к несчастью, больше не существует. Да? Это был единственный случай. Ну, вроде бы были первые погромы где? В Кишиневе, да? Кишиневе. Да, да. Нет, ну вот случай, чтобы да. Вот человек, русский человек или украинский человек, или вот вышел для того, чтобы предотвратить погром. То есть, понятное дело, что какие-то люди у себя дома что-то обсуждали, возможно, то есть наверняка были интеллигенты, которые, так сказать, которым это страшно не нравилось, да, так сказать, но чтобы вот человек совершил поступок,
поступок, да, чтобы это стало не только словом, но и делом, вот это произошло впервые. Вот интересно, да. вы назвали да. вот поступок. Значит, ну, вы много писем смотрели, да, да. разных материалов да, да. о Блинове. И какой вывод вы сделали? Это был бы как бы поступок, ну, это случайность? Или нет. Вот или, в том-то и дело, что осознанно. Это очень хороший вопрос, я с удовольствием на него отвечу. В том-то и дело, что не случайность, это был такой необычайно беспокойный молодой человек. То есть ему обязательно надо было в чем-то участвовать. Он сначала, значит, все началось с того, что под руководством Житомирянина Константина Роше, вот, наверное, нашим телезрителям известного, значит, он, Саша Черный, будущий Саша Черный, Александр Глиберг, еще 8 человек, молодых людей, отправились на голод в район Уфы. Значит, они там строили столовые, кормили голодающих. То есть это уже был первый поступок. Да? Потом он участвовал в беспорядках в Житомирском университете и попал за это в солдатчину. Значит, потом, в общем, много чего происходило. То есть это был человек поступка. Да? Вот он прожил 24 года, это необычайно короткий срок, но за это время много чего произошло. Вообще, вот эта книжка моя наполнена огромным количеством событий. Так все-таки он за взглядом, кто был? Марксизм, социалист? Или Он был эсер. Он был эсер. Более того, он совершил, в общем, такой большой, то есть вот даже такой чистый, прекрасный человек, как Николай Блинов, совершил, в общем, ошибку. Да? Значит, он стал эсером-боевиком, и он входил в, ну, как бы, верхушку вот боевой организации партии эсеров. Значит, потом и жена его от этих обязанностей освободила, она написала анонимное письмо на имя такого знаменитого эсера Чернова, что вот, мол, Николаю Блинову не стоит находиться в рядах боевой организации по той причине, что 2 его брата служат в полиции. Это правда, у него 2 брата служили в полиции, причем, так сказать, не на малых должностях. Так сказать, здесь в Житомире, да. Так сказать, один возглавлял управу в Дубно, значит, вот в городе под Житомиром, а другой брат работал в полицейском управлении в Житомире. И, кстати говоря, вот Иван Блинов, его брат, когда он узнал, что у его брата Коли есть такие намерения, да, так сказать, что он хочет принять участие в житомирском погроме, то он сказал, что если ты это сделаешь, у меня рука не дрогнет, сам тебя убью. Это сказал брат. Да, но, значит, Коля вот, значит, сделал то, что он сделал. Да, вот, может быть, есть смысл, как бы, для телезрителей чуть-чуть рассказать о ходе событий, да, вот, о том, как это произошло. Действительно, потому что события уже давние, знаете, противоречивые, так сказать. Так вот, Коля Блинов в этот момент находился в Женеве, он уже был студентом Женевского университета. Значит, вот из писем он узнал, что вот в Житомире готовится погром. А интересно, как он попал в Женеву? Это очень легко. Значит, дело в том, что в Киеве уже было учиться невозможно, его отчислили из Киевского университета. Я уже сказал про то, что он попал в солдат, он участвовал в студенческих беспорядках, и, естественно, путь назад ему был закрыт. Значит, единственное место, где стоило бы учиться, это Женева. Не потому, что Женевский университет лучше, чем Киевский или Петербургский, а просто потому, что в Киеве учиться невозможно, а до Женевы ближе всего. Да, так сказать, он, естественно, отправился в Женеву, там училось огромное количество его приятелей, потому что вообще, так сказать, огромное количество левых молодых людей, да, с левыми взглядами, так сказать, они, в общем, учились в Женевском университете, потому что у них были какие-то счеты с полицией, да, так сказать, а в Женеве, естественно, этих проблем, как вы догадываетесь, не существовало. Так вот, значит, он уже был тогда женат, у него была жена Елизавета Калиновская, Блинова, соответственно, и у него была уже была маленькая дочка. Значит, вот он узнал, что в Житомире готовится погром. Они помчались в Житомир, значит, приехали, действительно погром начался, значит, ситуация была такой, к нему пришел, значит, вот был такой, как бы, час икс, да, вот как бы час икс, когда, значит, вот должны были произойти самые такие кровавые события, значит, вот на Соборной площади, недалеко отсюда, да, значит, вот стояла группа евреев, значит, взволнованных. Стояла группа евреев, ну, фотография площади, естественно, да, ну, площадь наши телезрители замечательно знают, значит, взволнованных и ждущих своей участи людей.
Значит, стояло цепь полицейских, да, полицейским было приказано не участвовать, они были введены в город, то есть войска были введены в город, но они не принимали никакого, они были свидетелями, никакого приказа о том, чтобы что-то предотвращать, у них не было. Они как бы, так сказать, стояли на посту, так сказать, наблюдали за тем, что происходит. И, значит, а по другой стороне стояли погромщики. Стояли погромщики, готовые, так сказать, вот, приступить к своим вообще беспощадным и кровавым действиям. Значит, сначала Коля присоединился такой доктор Бенштокк, знаменитый житомирский доктор, родственник его жены Лизы. Да, так сказать, это был такой известный житомирский врач, и у него была повязка Красного Креста, так сказать, которая как бы объявляла его экстерриториальности. Да, так сказать, Они как бы выступили в роли, так сказать, посредников. Да, посредников. Абсолютно правильно. Да, для примирения. Да, да, да. Они, значит, сначала они договорились, очень быстро они договорились с евреями о том, что те разойдутся, если, так сказать, вот погромщики уйдут. Потом, значит, пройдя через цепь полицейских, они направились к погромщикам. Коля попытался им объяснить, что, значит, вот стоит... Ну, он начал им говорить какие-то слова, которые должны были их успокоить и должны были, так сказать, вот их привести в чувство. И тогда он услышал страшную такую фразу, и с этого началась, в общем, вот эта кромешная история, да, так сказать, эта фраза зафиксирована в одних воспоминаниях. Он услышал слова, что хоть ты не жид, а социалист, но хуже жидов. И дальше они начали его бить. Они его уронили на землю, они его били железными палками. Это все равно, что, помните, Куприна там в каком-то романе говорит, надо кого бить, марксистов, жидов, да, студентов. Да, 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 да. Он, кстати, был и студентом, и социалистом. И социалистом, да. Да, что, кстати, для каких-то людей он был хуже действительно жидов. И они страшные. Он был обезображен, кстати говоря, вот в моей книжке есть эта чудовищная фотография, это, кстати, в морге еврейской больницы. Естественно, его привезли в морг еврейской больницы, потому что чтобы он придет вместе с другими жертвами. Всю ночь его мать, Марья Семеновна, вот похороненная здесь на русском кладбище, так же, как и Николай Блинов, всю ночь она искала своего сына, как бы ей, наверное, в голову не приходило, что он может быть в еврейской больнице. И вот она нашла его в морге, обезображенным, с кровавыми подтеками, и она в его пиджаке обнаружила письмо. Вот это, пожалуй, так сказать, вот это самое, может быть, важное, потому что это было письмо, обращенное к ней. Письмо начинается словами «Дорогая мамочка». В этом письме Николай Блинов объясняет ей, почему он погиб. Да? Вот такая удивительная история. И... Так что, он наперед написал, да. он значит, знал, что он погиб? Нет, нет, нет. Значит, вот, Виктор Яковлевич, все даже значительно сложнее. Он написал в этом письме, поражает дата. Это письмо написано во втором году. Не в пятом году, а во втором. Он во втором году знал, что он примет участие вот в такого рода событиях. Он, понятно, не понимал, когда они произойдут. Да? Но он предчувствовал, что, возможно, это может закончиться тем, чем это закончилось на самом деле. И он три года проходил с этим письмом в кармане. Да? Более того, он принял участие в погроме третьего года. В Житомире был такой более скромный погром третьего года, более скромный, чем в пятом году. В пятом году он действительно имел некий размах. Значит, он принял участие в погроме третьего года, слава богу, остался жив. Но, значит, вот в пятом году это все кончилось тем, чем это завершилось. Вот. Ясно. Но этому предшествовало еще и событие, вот это спектакль. Да. Ну, в два слова, кстати, тоже такая любопытная история. Значит, это я знаю, что он где-то там в студенческом театре. Да, я расскажу, это сильно удивительная история. Когда обучался в Женеве, да? Да, когда значит, он попал в Женеву, естественно, ему было невозможно ни в чем не участвовать. Сидел такой мальчик, которому нужно было, так сказать, вот что-то делать. Да? Значит, вот это, значит, замечательное такое дело. Да? Кроме того, что надо сдавать экзамены, ходить на лекции, ну и так далее. Значит, вот открылся театр в Женевском университете. Ставит пьесу Евгения Чирикова «Евреи». Такая была запрещенная пьеса. Что же ставить в Женевском студенческом театре, как незапрещенную пьесу, да, которая в России запрещена. Значит, пьеса про то, что студент Березин, да, видите, это, кстати, такое фонетическое сходство фамилий, и барышня по имени Лия, значит, вот влюблены друг в друга, Лию играет Лиза, тоже, видите, это, кстати, Лиза Лия, значит, его жена, а Березина играет сам Блинов. Да, и, значит, пьеса про то, что, значит, вот русский молодой человек, еврейская девушка, родители все
время предупреждают, что вот, мол, ты же понимаешь, что вот нас не любят, что может все обернуться самыми такими трагическими событиями. Он, так сказать, уклоняется от этих разговоров. И все это продолжается до тех пор, пока реальные погромщики не врываются в дом Лии. Значит, Лия говорит, он христианин. То есть, желая беречь своего будущего жениха, да, но он, значит, отстраняет Лию, так сказать, и вступает с ними в бой. И погибает. То есть, и вот дальше, так сказать, я уже цитирую. То есть, там как бы, значит, художественная правда стала реальной правдой. Да, совершенно правильно. Вот когда Семен Анский, замечательный писатель и главный режиссер этого студенческого театра в Женевского, Семен Рапопорт, вообще его настоящая фамилия Рапопорт, это такой талантливый и яркий человек, когда он писал некролог, посвященный Блинову, он написал, что то, что не произошло вот на сцене студенческого театра, то произошло на Житомирских мостовых. Кстати говоря, вот еще я не сказал о том, что вот эта сцена не была сыграна в Житомире, потому что когда действие дошло вот до этого момента, в зале началась истерика. В зале сидели люди, которые бежали с Украины и из России, а вот от этих самых погромов, да, и вдруг они это видят на сцене. И началась буквально истерика в зрительном зале, потому что как бы их страхи, их ужасы, да, их ночные сны вдруг воплотились в реальность, и просто начали кричать: «Закройте занавес, мы не можем этого видеть», и эта сцена не была сыграна. Как видно, для того, чтобы это все было реально вот воплощено в действительности вот на этих самых Житомирской мостовой. Ну хорошо, я знаю, что там есть, говорят, прошлое, это уже, кстати, через прошлое можно понимать и настоящее. Да. Вот там есть такое изречение Чехова, это произведение «Мужики». Да. «Нельзя обижать никого на свете, ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев». Вот эти слова, они актуальны и сегодня, как вы считаете? Ну вот вы. Ну как, Виктор Ильич, аксиома, да? Ну конечно, да, конечно. Там еще есть, кстати, эти слова стали эпиграфом к моей книжке, там еще есть другие замечательные слова, которые тоже, в общем, имеют отношение и к сегодняшнему дню тоже, что плохие люди объединились, и теперь остался, это слова Толстого, да, плохие люди объединились, и теперь осталось объединиться хорошим, да, вот как просто, это слова из «Войны и мира». Это вроде бы просто, но... Да, то есть, так сказать, вот это две такие истины, да, которые, в общем, ну, такие же, я думаю, что это такие же истины, как «не убей», «не укради», ну, и так далее, это такие заповеди. Ну, важнейшие сейчас, заповеди. Сейчас, одну минуточку, вы как литератор, вы сказали эти письма, так сказать, это стало, как бы... Основой. Одним из главных источников, можно сказать. Это не единственный источник. А житомирские источники вы как используете? Нет, вы знаете, в Житомире ничего нету. Ничего нет. К сожалению, вот рядом со мной сидит житомирский историк Евгений Тимиряев, который подтвердит вам, что, вот, к сожалению, в Житомире нет ничего. Знаю, что только в газете «Киевлянин» есть события. И «Волынь», да. Кроме вот архива Томашевской, был еще один архив, о котором, если можно, я скажу два слова. Значит, дело в том, что в 50-е годы судьбой Блинова заинтересовалась женщина, которую звали Сара Николаевна Левицкая. Значит, это русская женщина, хотя вот она, у нее имя Сара. Значит, это дворянская семья, которая имела имение под Тулой. Значит, ее родители дружили с Львом Толстым, с профессором Грановским, знаменитым профессором Московского университета. Она внучка декабриста Бодиска, был такой знаменитый декабрист Бодиска. И вот, значит, эту барышню дразнили как Сару, да, так сказать, дразнили как еврейку. И в 12 лет она задалась вопросом, что если бы я действительно была бы еврейкой, была бы я хоть чуть-чуть хуже. И она сама себе ответила в 12 лет, представьте себе, что я была бы точно такой же, какой я есть сейчас. И тогда она решила посвятить свою жизнь еврейскому народу. Значит, она, ну, это очень длинная история, читаю, телезрители, если захотят, прочтут про это в моей книжке, там про это подробно рассказано. Она, значит, много чего предпринимала. Два слова просто про это я скажу. Она пыталась там принять иудаизм, у нее ничего не получилось. Значит, ну вот пропускаю огромное количество событий ее жизни. Значит, 50-е годы, она 4 раза сидела в тюрьме, 2 раза она сидела как эсерка, 2 раза как эсперантистка. И вот когда она в последний раз вышла из тюрьмы, то она начала читать книжки, потому что у нее было много
много свободного времени, она уже была на пенсии, и она прочла в «Истории евреев» Дубнова, есть такая знаменитая книжка, две строчки о Николае Блинове. И поняла, что этот человек сделал то, что обязана была сделать она. То есть она обязана была погибнуть в еврейском погроме. Но учитывая, что такой возможности в конце 50-х годов у нее никак не могло быть, то она решила остаток своей жизни посвятить деятельности Николая Блинова. Она, спасибо ей огромное, ездила 5 раз в Житомир, она собирала материалы. Ее выгоняли из многих житомирских домов, потому что непонятно, каким, зачем приехала в Житомир какая-то женщина из Иваново. Да, так она жила в это время в Иванове. Но кого-то все-таки, до кого-то она все-таки, кого-то все-таки она уговаривала ответить. В общем, она собирала материалы. Эти материалы хранились у ее ученика в городе Иванове. Значит, я запустил в интернет фамилию Левицкой, значит, С.Н. Левицкой. Значит, мне тут же интернет ответил, что существовала такая Левицкая, что Левицкая, значит, основала в Иванове кружок эсперанто. Я тут же бросился к Зое Борисовне Томашевской, что знает ли она что-нибудь о том, что Левицкая вот занималась эсперанто. Она сказала, что ничего не знает. Потом через несколько недель мне ответил ученик Левицкой, вот такой Евгений Таланов, что весь архив Левицкой находится у него. И это второй архив, который стал основой этой книжки. Да, спасибо, да. Александр Семенович. Ну, я думаю, что ваш поступок, он уже, так сказать, заметный, потому что он материализован, да, в этой книге, и это уже, как говорят, исторический факт, это, ну, то, что уже прояснило, кто же такой Блинов, и не только кто Блинов, а как надо жить, говорят, в обществе и, значит, комфортно, да, да, себя, да, чувствовать, так? Да, да. Значит, вас поступок заинтересовал каким-то образом наших, как бы, известных житомирян. Вот перед нами, значит, Евгений Романович и Тимирязев, и Михаил Йосифович Гурвиц. Вот, интересно, как вы, так сказать, как ваш поступок, как взволновал их. И перед Евгением Романовичем я скажу два слова. Значит, вот в 2006 году, по-моему, это произошло. Да, мы начали переписываться с Евгением Романовичем. Так, кстати, у меня был свой чек в Житомире. Да, так, кстати говоря, я хотя в Житомире, видите, оказался впервые. То есть вот я сейчас впервые в вашем городе. Но у меня зато был свой представитель, значит, Евгений Романович Тимирязев, который меня, в общем, вовремя поправлял и какие-то мне сообщал вещи, которые меня интересовали. Рисовали. И вот, значит, по-моему, в 2006 году он впервые высказал идею о том, что действительно это такая неординарная история, что вот хорошо бы, чтобы имя Николая Блинова было увековечено в Житомире. И вы знаете, тогда я был в полном таком удивлении от этой мысли, потому что представить себе, что вдруг появится мемориальная доска памяти человека, о котором только что никто ровным счетом никто не знал, было совершенно невозможно. Но вот сейчас, мне кажется, это вот мы все ближе и ближе вот к этой нашей цели, которую когда мы перед собой поставили. Я знаю, что Евгений Романович и, ну, Михаил Иосифович непосредственно принимали участие, так сказать, ну, инициировали, да, 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 издание, да, этой, да, книги. Конечно, да, 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 да. Это вот, вообще, кстати, вот есть петербургское издание, так, и наше. Да, да, да. Я, кстати, учитывая, что меня не слышит сейчас мой петербургский издатель, то я могу телезрителям по секрету сказать, что мне кажется, что житомирское издание лучше петербургского. Ну, может, это мое субъективное мнение, даже визуально видно, что это как-то, да, ну, еще более выразительное, да? Нет, ну, действительно, очень хорошее издание здесь у нас в Житомире было сделано. И я хотел бы сказать, что львиная доля того, что вышла эта книга, это, конечно, Евгений Романович. И я должен просто поклониться Русскому Содружеству за то, что они из небытия у нас в Житомире, я не говорю о том, что сделал наш друг из Санкт-Петербурга, а из небытия здесь в Житомире подняли это имя. Потому что я хотел бы подчеркнуть, что Блинов Николай Иванович был христианин. Он, если хотите, выполнил завет христианства. Он защитил человека. В Библии как сказано? Нет ни эллина, ни иудея. Есть просто человек. И я бы даже не акцентировал на том, что он защищал евреев. Я бы акцентировал на том, что он защищал людей. Были не евреи, там, а какие-то, знаешь, украинцы, ему поляки. Было все он, равно. Нет, наверное, он тоже защищал, Виктор Яковлевич, он защищал людей, которые слабее, которые нуждались в его помощи. Его то есть, помощь, вот если бы не он, то он понимал, что он помогает тем людям, которым никто, кроме он, него, он не поможет. Он стал на сторону более слабых. Да, 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 да. Он стал на сторону беспомощных, да, так сказать, которым никто, кроме него, помочь не может. Ну, собственно говоря, как говорится,
в Библии о том, что надо подать руку тому, кто тонет, кусок хлеба тому, кто голоден. Да, да. И мы, наше содружество вот с Евгением Романовичем, пришло к такому выводу, что мы должны отметить не только книгой, не только мемориальной доской будущей, но отметить как-то в сфере, если хотите, духовности поступок Николая Ивановича. И поэтому мы обратились в Еврейский совет Украины. Вот, ну, дорога была короткая, ибо я вице-президент совета. Мы обратились совместным письмом, в котором попросили бы отметить поступок Николая Ивановича Блинова. И 16 февраля вышло распоряжение. Позвольте мне его зачитать. Распоряджение номер 3 від 16 лютого 2012 року. Місто Київ. В 1905 році під час єврейського погрому в Житомирі студент Блінов Микола Іванович виступив на захист єврейського населення і був вбитий погромниками. Враховуючи благородний вчинок Блінова, який виконав християнську заповідь «Возлюби ближнього, як самого себе», за що поплатився життям, присвоїти студенту Блінову Миколі Івановичу звання «Праведник України» і нагородити його почесним дипломом посмертно. Почесний диплом передати Житомирській організації «Русське Содружество». Президент Єврейської ради України, голова фонду пам'яті жертв фашизму в Україні Ілья Левітас. Мы, естественным образом, по получении этого диплома, мы передадим Русскому Содружеству. Ну, уже Русское Содружество, как оно найдет, нужно поступить с ним. Я просто еще раз хотел бы... Иванович, вы как представитель Русского Содружества вот, многое сделали. Николаю Блинову, я к судьбе Николая Блинова впервые это имя услышал или прочитал, когда работал над книгой «Поэма души» Константина Роше. Это был четвертый человек в Житомире после губернатора, вице-губернатора и полицмейстера, главного жандармского начальника. Он отвечал Роше, за вопросы... Роше. Да, Константин Роше. Да, он отвечал за вопросы крестьянства, он был мировой судья, был такой, решал все эти судья. Вопросы основные, да, которые, да, чем да, да. жила Волынская губерния. То есть, вот этот человек как раз отправился на голод. Да, и этот человек совершил такой, вот, понимаете, он был это необычайный, интересный человек. Во-первых, я вам скажу, что это представитель древнего французского рода. Его дед был преподавателем инженерной академии в Санкт-Петербурге. Он изобретатель цемента, на котором построены форты Кронштадта. Дед, да. Кронштадта и набережные в Санкт-Петербурге. Человек. Его сын закончил военно-инженерное училище, воевал на Кавказе, где в это время состоялась встреча его с великим французским писателем Александром Дюма, именно во время Кавказской войны. Значит, за свои вот эти подвиги, в звании поручика он вышел в отставку, за свои воинские подвиги, он награжден был 6 боевыми наградами, потом он длительное время служил интендантской службы. И вот за заслуги перед Российской империей он получил потомственное дворянство, звание потомственного дворянства. Да. И его сын Константин Константинович Роше в 18 лет стал чиновником здесь, в Житомире. Сначала был личным секретарем при губернаторе, переводчиком, знал польский, французский, украинский. Самое главное, что вот Роше приучил своих воспитанников, то вот, в том числе Колю Блинова и Сашу Гликберга, то есть, так сказать, будущего Саши Черного, приучил совершать поступки. Да, вот эта поездка на то голод. Это, да, это, они же начинали как гимназисты. Они собирали. Я хотел бы еще подчеркнуть, что вот сейчас рассказывает Евгений Романович о Роше. Я хотел бы подчеркнуть, насколько высоко был уровень образовательный.
уровень интеллигентности у российского офицерства. Что такое поручик? Это, в принципе, это лейтенант. Ну, это лейтенант можно сказать, да. Понимаете, а насколько широк был у него кругозор? Какое знание языков? А знание языков – это знание литературы. Я еще добавлю, мне кажется, что Михайлович... он гибраистикой еще ведь занимался. Так было, мне кажется, что дело, кстати, тут не столько в образовании, сколько вот этих человеческих качеств. Ну, я говорю, это были, да, все очень хорошие люди. Вот этот завет Льва Николаевича по поводу, что хорошие люди должны объединиться, он к этой истории имеет самое непосредственное отношение. То есть это действительно были все очень хорошие люди. Вообще-то, кстати, у Николая Блинова было такое замечательное качество. Он вызывал отклик. Да? Так, значит, вокруг него собирался круг хороших людей. Русское общество тоже, так сказать, ну, да, совершило хороший поступок. Я, кстати, включаю... Нашли, я так понимаю, могилу, привели, да, в порядок, да? Да, мы нашли могилу. Ходили, ходили на могилу неоднократно, регулярно, отмечали рождения и дату смерти. Да, да, мне это было необычайно важно. Очень многие важно. Люди участвовали, привели в порядок. Там еще нужно кое-что сделать, конечно. Ну и самое главное, конечно, вот осталось долг перед ним, вот чтобы осталась памятная и мемориальная доска. Мы к этому, в общем, к этому стремимся. Видимо, это и произойдет. Я думаю, что да. Александр Семенович, вы встречались с многими житомирянами, там, студентами, с интеллигенцией, с учеными нашими местными. Какое ваше впечатление? Мне очень нравится этот город, и мне необычайно, кстати, конечно, важно, что вот эта история Николая Блинова важна не только мне, но вот огромному количеству людей. Значит, я выступал в вашем университете имени Франко, и, значит, в конце этой встречи я, значит, осуществил такую акцию. Я попросил студентов проголосовать за то, чтобы вот в Житомире появилась доска Николая Блинова. И проголосовали все 150 человек, которые были в этой аудитории. Это был, кстати, такой момент истины. Ну, я знаю, что вы были на историческом факультете. Да, на историческом факультете. Для них это было открытие от Блинова? Или... Ну, я думаю, что или, да. Или кое-кто... Мне показалось, что да. Знали, мне показалось, что да. Да, ну, что... может быть, кто-то что-то слышал. Но, конечно, кстати, настолько подробно эта история описана только в этой книжке. Виктор, еще, если можно, я два слова, это будет просто несправедливо, если я про это не скажу, и даже нечестно. Я должен все-таки рассказать о том, что вот, значит, два чудесных житомирских человека, вот Михаил Гурвиц и Евгений Тимиряев, ну, Евгений Тимиряев первый, потому что он был инициатор, значит, вот, видите, так сказать, выразил желание увековечить память Блинову, а одновременно, просто буквально одновременно, и в этом есть какая-то даже мистика, возможно, значит, несколько израильских человек, значит, тоже попытались это сделать. То есть увековечить память Николая Блинова в Израиле. Честно говоря, я в это еще... Это благодаря... благодаря книжке. Да, это мои читатели. Вот такие у меня чудесные читатели. Вот так бывает. Да? Вот иногда автору везет. Да? На его пути встречаются замечательные читатели. И он понимает, что он занимался не бессмысленным делом. Вообще, я 4 года писал эту книжку, значит, все-таки это было не зря. Так вот, значит, я получил вот почти одновременно с письмом от Евгения Романовича, я получил письмо от, значит, такой Эллы Зениград из Израиля. Замечательный, кстати, израильский химик, кстати говоря, уроженка Украины. По-моему, она из Днепропетровска, если мне не изменяет память. Значит, она вот, так сказать, написала, что вот она прочла мою книжку. Это был еще журнальный вариант, это было напечатано в журнале «Нева». И, значит, кстати говоря, вот это тоже забавная история. Значит, в этой книжке она наткнулась на фамилию Моисея Бергала. Моисей Бергал – это ее дедушка, житомирский человек, который дал 50 марок вот на эту поездку Роше на голод. Да, и, кстати, как я понимаю, вот желание Эллы совершать хорошие поступки, оно связано с желанием дедушки совершать хорошие поступки. Она как бы включилась в ту работу, в которую начал ее дедушка. Значит, вот она, значит, мне писала, что по электронной, естественно, почте, что вот она тоже хотела бы, чтобы как-то увековечить имя Блинова. Значит, вот она обращалась в музей Яд Вашем, да, вот знаменитый музей катастрофы. Она обращалась, сказать, в украинское землячество. Ничего долгое время не получалось, до тех пор, пока она не обратилась к своему мужу, ректору Арильского университета Михаилу Зениграду, такому изумительному человеку, который, значит, вот включился в эту работу, и 22 января этого года, то есть совсем вот недавно, мы открыли памятник Николаю Блинову в городе Ариль. Вот телезрители, если захотят, то в моей книжке увидят фотографию этого то памятника. То есть, видите... Как сказать, география хороших поступков расширяется. Санкт-Петербург, Ариэль, Житомир. Да, да. Нет, вы знаете, и, это как бы круги по воде.
круги по воде. То есть, так сказать, возникает какое-то большое эхо. Да? Так сказать, вдруг вот, то есть, мало того, что в этой книжке собралось много хороших людей, но появляются хорошие люди, которые хотят примкнуть к тем хорошим людям, о которых рассказано в этой книжке. То есть хорошее дело не остается безответным. Да? И, значит, открыли этот замечательный памятник. Он представляет собой такую стеллу, на которой сидит большая железная бабочка. Значит, была церемония. Церемония, это был такой для меня очень такой важный день в моей жизни. Церемония, посвященная этому открытию. На этой церемонии были израильские министры, депутаты Кнессета, 300 студентов. Это же поступок студента, да? Да. Студенты, это совсем молодой человек. Студенты-максималисты, они, как обычно, они же, как бы сказать, ну... Динамит общества. Да. Впереди всех. Да. То есть это поступок молодого, совсем молодого человека, который, мы, кстати, знаем, что ей можно дожить вообще и до старости и не совершить поступка, да? А этот человек умудрился в свои 24, короткие 24 года совершить много поступков, да? То есть, по сути дела, из этих поступков состояла вот его очень короткая и насыщенная жизнь. Так вот, была эта церемония. Мы посадили лимонное дерево около этого памятника, да, так сказать, и я даже привез в Петербург какую-то часть этого дерева, как эти листики из этого дерева. То есть, и теперь, значит, вот когда студенты Ариэльского университета, это огромный университет, в нем учатся, по-моему, 17 тысяч человек, когда студенты, этот памятник стоит в кампусе Ариэльского университета, то есть в студенческом городке, и когда студенты идут на занятия, они проходят мимо памятника житомирянину Николаю Блинову. И, кстати, я думаю, что для очень многих студентов просто само слово «Житомир» стало конкретным после того, как появился этот памятник. Так сказать, вряд ли в этом университете учатся студенты из разных концов земного шара. Да, так сказать, я думаю, что для многих, так сказать, Житомир, так сказать, до этого был абстракцией. Да, вот когда они узнали, что в этом Житомире жил вот Николай Блинов, Житомир стал таким абсолютно конкретным и, может быть, даже родным местом на земном шаре. Вот это, мне кажется, необычайно существенно. Ну, думаю, что история поступков на этом не кончается, и впереди, да, еще... Впереди доска, да. Впереди, конечно, доска. Мы были, вот, Евгений Романович и Михайлович, мы были в гостях, ну, не в гостях, это, конечно, кстати, это сильно сказано, правильно сказать, на приеме. Да, мы были на приеме у вашего мэра, который мне очень понравился, и он, как бы, заверил нас, что это произойдет. Виктор Яковлевич, дело в том, что я хотел бы опять-таки подчеркнуть, что это очень важно для нашего города Житомира. Мы многонациональный город. Мы с вами в этом городе живем как бы не первый день, да? Да. И прекрасно знаем наших житомирян. И знали, сколько огромнейшее количество житомирян. Ежедневно встречаемся, здороваемся. Потому что город небольшой. Небольшой, да, мы почти все друг друга знаем. Да, знаем. Вот, и это очень важно для нашего города, потому что та общественно-политическая обстановка, которая должна быть в любом городе, она должна быть доброжелательной для каждого человека, для каждой нации, которая живет на этой земле. Я вам скажу, что традиции Житомира последние десятилетия очень такие позитивные, да, в этом плане. Все? Я могу сказать только то, что я опять-таки хотел бы склонить голову перед православным человеком. Я сам иудей. Вот, перед Блиновым Николаем Ивановичем, который, исходя из христианских заповедей, совершил этот поступок. Я опять-таки повторю, независимо от того, кто был там на площади, были это евреи, были бы это татары, итальянцы. Мне тоже кажется, эта история не только, не только про евреев, не только про русских, и не только про украинцев. Да, эта история, кстати, про то, как надо жить на земле. Он совершил поступок. Вот надо жить на земле так, чтобы вот люди не ненавидели друг друга, а любили друг друга. Да? Вот это вот про это. Поэтому мы... И, кстати говоря, мы с вами знаем, что... Мы с вами друг к другу, да. Да. Это история про то, что вот надо жить в любви к друг другу. И мы с вами знаем, что, кстати, иногда вот эта черта проходит, так сказать, не только между национальностями, она проходит и внутри народов, да, внутри самого народа, да, так сказать. Так вот, Николай Блинов вот восстал против этой черты. Это был месседж, послание, да, которое было обращено не только к вот погромщикам, понятно, оно было обращено в том числе и к нам, вот присутствующим в этой студии, и к тем, кто находится по другую сторону экрана, да, так сказать, оно было обращено вот ко всем нам, да, и это счастье, что вот это письмо дошло. Письмо, как мне кажется, дошло. Вот оно дошло до города Ариэля, и надеюсь, что вот оно дойдет и до
житомирцев. Друзья мои, ну, я хотел бы... Ариэль знает, что в Житомире уже вышло такое? Да, конечно, они знают. Более того, конечно. Наверное, в интернете уже есть, а если есть в интернете, так вы знаете, я даже, вот, ну, я выступал на церемонии, вот, естественно, на, вот, в Ариэльском университете, когда вот мы посвящены открытию памятника, первое, что я сказал, что вот в Житомире есть замечательные люди, которых, я надеюсь, что в апреле месяце я поеду в Житомир, и там выйдет книжка, и я, правда, сказал, видите, это не произошло, что откроется мемориальная доска. Это не случилось. Александр Семенович, да. Я к вам обращаюсь не как к писателю, а как к преподавателю. Вы, можно сказать, большой учитель, потому что вы учите студентов, как надо жить и как совершать поступки. Да. Что вы им расскажете своим студентам, когда приедете туда, в Санкт-Петербург, на одной из своих лекций или каких-то практических занятий? Я расскажу им про то, что это эхо продолжает, эхо звучит, скажем так. Да, так сказать, что это все-таки история продолжается. Вот действительно, это удивительное дело. Я вообще свои книжки оцениваю по количеству как бы откликов. Да? Так сказать, вот тут количество откликов оказалось как бы чрезмерным. Но я за это этому обязан, конечно, так сказать, не себе, да? Так сказать, а вот Николаю Герою. Вообще есть Немирович Данченко, знаете ли, я преподаватель истории театра, вот поэтому вспоминаю великого русского режиссера. Вот Немирович Данченко говорил, что распределение ролей – это половина успеха пьесы, спектакля. Да, так вот, значит, вот выбор героя – это половина успеха книги. Может быть, даже больше половины успеха книги. Вот тут, так сказать, действительно, я, наверное, не ошибся, выбрав героем Николая Блинова и Сару Левицкую, кстати говоря, и Павла Корнелевского. Вот читатель, телезрители обнаружат там такого тоже чудесного житомирского человека, который был братом Колиной сестры. Да, так сказать, и который, кстати, сделал вот этот страшный снимок вот в морге еврейской больницы. И который, кстати говоря, в 30-е годы пригласил в свой дом жить жен репрессированных священников. У него в доме жило 12 старух, которым просто некуда было деваться. Да? Так сказать, вот такой прекрасный житомирский человек, да? Так сказать, который вот понимал, что вот если, так сказать, он этого не сделает, то этого больше не сделает никто. Этому его научил Коля. Колин поступок многих очень людей научил вот жить вот в соответствии с такими принципами. Также, кстати говоря, и поступил... Можно сказать, что что-то произошло в сознании людей после этого поступка. Да. Хотел бы упомянуть вот Ивана Блинова, родного брата Николая Ивановича, который полицейский, да, так сказать, человек, вот сказав эту страшную фразу: если у меня рука не дрогнет, сам тебя убью. Вот это, значит, я сижу в публичной библиотеке в Петербурге, листаю газету «Волынь», да, так сказать, мое любимое занятие на протяжении какого-то длительного времени, и вдруг мне что-то хотелось посмотреть, а что вот было после того, как Коля совершил поступок. То есть вот после, то есть понятно, что я уже прочел много газет за тот период, пока Коля был жив, а вот что произошло после того, как Коля ушел из жизни. И вот я натыкаюсь на заметку, в которой говорится о том, что брат Николая Ивановича Блинова, Иван Блинов, отправился в город Екатеринослав, не ближний свет, да, так сказать, как мы с вами, как украинцы знают, да, так сказать, для того, чтобы выразить благодарность раввину Тёмкину. Был такой знаменитый и замечательный человек, раввин Тёмкин, кстати говоря, много чего сделавший для создания государства Израиль, так вот, он отправился в Екатеринослав к раввину Тёмкину, чтобы выразить ему благодарность еврейскому народу за то, что было сделано для семьи Блиновых. То есть вот полицейский, человек, который, конечно, никогда в тесные отношения с раввинами не вступал. Да? Так ведь вряд ли у него с житомирскими раввинами были хорошие отношения, отправляется в Екатеринослав. Он выбирает не просто раввина, а такого знаменитого раввина, который, как видно, вызывал его такую глубокую симпатию, для того, чтобы выразить ему благодарность за то, что евреи сделали для памяти его брата. Да, так сказать, это тоже поступок, согласитесь. Да? Конечно. Была установлена памятная доска. Конечно, мы забыли про это сказать, что на одной из житомирских синагог, в Житомире было, есть разные сведения, 51 или 54 синагоги, была установлена доска Николая Блинова. Да, то есть, действительно, много чего было сделано. Другое дело, что, видите, это, кстати, вот история как бы сильнее хороших людей. Да, история, как она возвращается, так сказать, встает на свои места. С одной стороны. С другой стороны, хорошие люди что-то хотят, а история, так сказать, тоже что-то хочет, да? И не всегда того, что хотят хорошие люди. Поэтому, действительно, вот в жизни посмертной судьбе Николая Блинова случился такой перерыв, да, вот такой большой перерыв. Но вот сейчас все возвращается на круги своя, да, как мне кажется.
Друзья мои, я бы добавил еще то, что, собственно говоря, диплом, который, так сказать, называет праведником Украины Николая Ивановича, он был вручен в память о нем фондом памяти жертв фашизма в Украине. Собственно говоря, это фонд, который дает дань уважения тем, кто в годы войны, в годы гитлеровской оккупации спасал евреев. То есть здесь своего рода параллель между поступком Николая Ивановича Блинова и поступком тех людей, а их у нас в Украине 2442 человека, которые спасали человеческие души, людей просто спасали в годы гитлеровской оккупации. Потому я здесь усматриваю, если хотите, преемственность от Николая Ивановича Блинова в добрых поступках вот этими людьми. Кстати, действительно, Михайлович абсолютно прав, но все-таки вот что-то есть обнадеживающее в том, что в 1905 году это был единственный поступок, а в годы войны все-таки таких людей уже было много. Да? Вот я видел в музее Яд Вашем, вот в Израиле, там есть аллея памяти, да, так сказать, и там очень часто упоминается слово «Украина». Да, так сказать, украинские люди... Кстати, должен я вам сказать, что моя мать, Бойко Матрёна Александровна, во время войны, значит, тоже прятала девочку, есть такое село Павлоч Попельнянского района, там много проживало евреев. И тогда эти дети, многих расстреляли, там это дитё прибилось. Спасибо вашей маме. И она, эта девочка потом переписывалась, но мама потеряла эти, так сказать, как бы нити, но тоже она из Санкт-Петербурга. Неужели? Да, спасибо вашей маме огромное. Да, уже маме поклон, царство небесное. Поклон вам. Да, царство небесное. Так, и вот эта история, которая говорит, диплом будет передан, мы хотим все-таки решение такое, будет передан наш музей, областной краеведческий музей, чтобы там было где-то. Я думаю, что эта книга, каким-то тиражом она издана. Это самый крохотный тираж моей жизни, тираж 300 экземпляров. 300 экземпляров. Да. Но, в общем, какие были возможности? Сколько есть. Да, вот сейчас есть идея, и мне, конечно, это все необычайно важно, есть идея украинского издания этой книжки, то есть этой книжки по-украински. Да, это было бы, конечно, замечательно. И, конечно, это в каком-то смысле, знаете ли, продолжение сюжета. Вот в этот сюжет входит уже и история вот с Евгением Романовичем и Михайловичем, и история, понятно, с открытием памятника в Ариэле. Но вот видите, с изданием этой книжки это продолжение сюжета. Причем, согласитесь, что продолжение значительно более такое обнадеживающее, чем начало. Да? Да, да. Да. Ну что? Так что вот будем ждать каких-то новых событий. Давайте, значит, пожелайте житомирянам, я знаю, хороших поступков или да нет, вы знаете, хорошие поступки совершаются, вообще вот такого рода поступки, как Колин, совершаются в мрачные времена. Вообще, это, кстати, нормальное время, когда просто люди спокойно живут, ходят на работу, делают то, что они должны делать. Так сказать, оно не нуждается в поступках. Да? Так сказать, как раз я желаю житомирянам прожить жизнь вот как бы без экстремальных ситуаций. Без потрясений. Дело, конечно, так сказать, красивое и благородное, и вызывающее, конечно, так сказать, нашу благодарность, так сказать, но лучше жить без потрясений. Да? Так сказать, давайте жить спокойно, в дружбе, в любви друг к другу, в ощущении того, что мы все одна семья. Да, так сказать, мне кажется, что это более продуктивно. Это более продуктивно. То есть, Коля, вот как бы, наверное, к этому нас и призывал своим поступком Николай Блинов. Пожелания, которые вы здесь высказали, это очень добрые пожелания. А та надежда, что будет открыта памятная доска, она... Мы и сделаем это. Да. Так, мне кажется, важно. Вы знаете, вот так же, как... Вот и книга будет. Да, будем надеяться, да. Игорь Яковлевич, дело в том, что я хотел бы выразить благодарность вам за то, что вы пригласили нас, потому что то, что рассказал наш гость житомирянам, студентам, не студентам, это очень хорошо, но нас сейчас увидела вся наша область. Вся наша область, наверное, живет и прошлым, и настоящим, потому что очень многое происходило у нас на Житомирщине. И недоброго, но главное, что доброго.
И возрождение вот этого имени благодаря тому, что Александр Семенович его поднял из небытия, оно дает нашим житомирянам, наверное, такую надежду на то, что все-таки добрых людей лучше, что у нас больше. Что у нас хорошее будущее, потому что у нас много хороших людей. Да. Это вселяет надежду. Да, и когда, кстати, в Житомире появится доска Николая Блинова, это будет такой знак, да, так сказать, вот здесь это невозможно, потому что здесь живут такие люди, которые этого не допустят. Ну, вот, наверное, это самое главное. Ну, я думаю, что больше не было на этом подобного. Будем кончать нашу программу, да. Потому что время истекает. Да. Я очень благодарен вам за участие в этой программе. Нагадую, что в эфире была программа «Ретроспектива». От, дякую нашим гостям і закликаю всіх здійснювати хороші вчинки. Будуть хороші вчинки, буде хороше майбутнє. Дякую. До побачення. Дякую.